стиле 90-х. В башне бизнес-центра Москва-Сити обнаружили 15 гильз и 8 пуль. В небоскребе во время банкета произошла перестрелка в стиле 90-х. В разборку вмешались росгвардейцы. Бойцы охраняли машину ранее судимого бизнесмена Дмитрия Павлова. В определенных кругах он известен под прозвищем «Павлик». Служебная проверка показала, росгвардейцы действовали правильно. Рассказывает официальный представитель Федерального государственного унитарного предприятия охраны Росгвардии Валерий Грибакин. Мнение руководства предприятия о том, что они будут поощрены, ему будем ходатайствовать. Руководство о поощрении этих бойцов. Росгвардейцы не имеют права охранять физических лиц. Но договор заключили на автомобиль. Это разрешено законом. 17 ноября в башне ОКО Дмитрий Павлов отмечал юбилей. Развлекал гостей Валдис Пельш, пели Григорий Лепс и Валерий Меладзе. А в это время у входа в небоскреб разгорался конфликт. Иномарка одного из гостей встала прямо у входа в башню. Просьба перепарковать машину была воспринята как оскорбление. В ход пошло травматическое оружие. Росгвардейцы пытались вмешаться, но сами попали под пули. Случайное ранение получил даже приглашенный диджей. Возможно, надо будет вторую операцию делать. Вот, что, видите, у меня пальцы вниз сгинаются, а вверх нет. И когда хожу, получается, что ножка выдавалочится. Четырех подозреваемых уже задержали, остальных разыскивает полиция. Дело о перестрелке передано Управлению по особо важным делам Следственного комитета Российской Федерации.